Сделать процесс обучения будущих учителей более эффективным, интересным и современным в Ульяновском государственном педагогическом университете имени Ильи Николаевича Ульянова к решению этих задач подходят основательно. Именно поэтому было принято решение построить современную образовательную и научно-исследовательскую площадку «Технопарк». Ребята получат возможность конструировать робототехнические устройства, лаборатории робототехники. Здесь пригодятся навыки как в области физики, так и в области информатики. Наряду с этим лаборатория рентгенно-структурного анализа позволит проводить уже более фундаментальные исследования структуры и свойств материалов. Лаборатория будет оснащена современным оборудованием, которое позволит обучающимся познакомиться с технологиями виртуальной и дополненной реальности, машинным обучением, нейросетями и анализом данных. Мы уже сейчас начинаем обсуждать с нашими коллегами, сотрудниками других лабораторий, тематику наших будущих совместных междисциплинарных научных исследований. Технопарк включит в себя универсальный педагогический IT-кластер, кластер междисциплинарной практической подготовки, учебно-научные лаборатории математического моделирования, гравитации, космологии и астрофизики, кабинеты цитологии, генетики, соревновательной работы техники и IT-компетенций. Дополнительно на базе технопарка создадут видеостудию. Заниматься в технопарке будут студенты, аспиранты вуза, учащиеся лицея при университете, а также учащиеся психолого-педагогических классов школ. Региона. Если в основном учителя биологии используют мел, в лучшем случае какие-то компьютерные программы, то сейчас можно воочию будет выделить молекулу ДНК, проанализировать ее, установить тест на отцовство, потому что там будет такая возможность, изучить по отпечаткам пальцев ДНК человека. Это замечательная идея, которая реализуется в нашем педагогическом университете на базе двух факультетов. Я думаю, это будет своеобразный центр притяжения для интеллектуальной молодежи. В настоящее время уже проведены электронные аукционы на закупку учебно-лабораторного оборудования. Такое техническое оснащение позволит существенно повысить и качество образования, и интерес учащихся к изучаемым дисциплинам. Все это будет служить главной цели – созданию системы эффективной практической междисциплинарной подготовки будущего педагога. Технопарк очень важен как с точки зрения изменения непосредственно инфраструктуры университета, так и возможности изменения содержания образования. Но вот, наверное, по этим двум направлениям в ближайшее время мы и будем работать и менять инфраструктуру, и под ту инфраструктуру, которая создается, корректировать образовательные программы. Технопарк расположится на 4-м этаже в главном корпусе университета. Пока место размещения будущего современного научно-образовательного пространства выглядит обычно. Типичный учебный холл с аудиторией. Но уже к середине декабря все ремонтные работы и техническое оснащение планируют завершить. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Ул Правда ТВ.